Четырехлетнего Диму на вертолете доставили в Екатеринбург. В реанимобиль мальчика переносили на руках. Изначально планировали ввести его в 9-ю детскую больницу, но затем было решено доставить его в реанимацию ОДКБ номер 1. Его осматривает главный врач. Родители Димы на борт не взяли, сопровождали ребенка только медики. Папа Димы поехал в больницу на машине. Перелет из Асбеста занял около 20 минут. Еще полчаса на то, чтобы добраться до больницы. Медики диагностировали у мальчика сильное переохлаждение, истощение и воспаление легких. На ребенке обнаружили 20 укусов клещей. За 4 дня, что Дима блуждал по лесу, он многое пережил. По словам волонтеров, мальчик чудом обошел берлогу медведя. До нее оставались считанные метры. Он спал около елочек, около сосен, ну, где приходилось, она штек искал. Питался он какими-то такими пестиками, пил воду как бы с болота, как бы он себя поддерживал, конечно, ел траву. Ну, как бы, дай бог, что все обошлось, кто его нашел. Огромная благодарность, я еще его встречу, я его облагодарю, ну, конечно, всех, кто его искал. Ну и на добром слове всем огромное спасибо. Все произошло 10 июня. Маленький Дима вместе с родителями поехал на природу. Вместе с отцом попросился сходить за дровами, но спустя какое-то время захотел вернуться к матери. Пройти нужно было около 100 метров. Глава семьи даже не подумал, что ребенок может заблудиться, и отпустил его одного. Но Дима исчез. Сначала родители искали его сами, затем вызвали спасателей. Искали ребенка 4 дня. Спасатели, волонтеры, полицейские, водолазы, кинологи, всего около 500 человек. Были задействованы беспилотные летательные аппараты. Люди и днем, и ночью прочесывали лес. Поисковики встречали в тайге медведей и других диких животных. Надежды таяли. Но, к счастью, Дима жив. От места пропажи он ушел на 7 километров. По следам поисковики смогли восстановить его маршрут. Дима ходил кругами, пытался найти дорогу из леса. Возможно, именно то, что ребенок почти не сидел на месте, был в постоянном движении, спасло ему жизнь. Нашел его волонтер, который только сегодня присоединился к поисковой операции. Причем произошло это случайно. Мужчина отклонился от заданного командиром маршрута и наткнулся на обессиленного ребенка. Спасибо большое, что все помогали, все. Всем волонтерам большое спасибо, что люди все откликнулись, остались не безучастными к чужому горю. Большое спасибо, что нашли ребенка живого, здорового, ну, что живой за ребенок. Нашлись и те, кто попытался заработать на чужой беде. Как сообщают местные паблики, одна из жительниц Асбеста разместила в социальной сети пост о сборе средств на поиски Димы. Деньги предлагала перечислять на свою карту. Когда на женщину посыпались сотни гневных комментариев, она удалила свои публикации, но предприимчивые пользователи заранее их сохранили. Оставлять мошенницу безнаказанной они не собираются.